Так, что мы знаем здесь? Это комплекс 1, 2, 3. Здесь у нас Пластунская. Вот здесь Макаренко. Вот это Маремол. Вот это парк Горького. Маремол. Парк Горького. Так, это, походу, вот это называется объездная или дублер курортного проспекта. Дублер курортного, наверное, вот это вот. Что у нас еще тут известно? Вот это за вокзальный район. А вот это что за комплекс? Вот здесь. Сейчас. Вот это Бытха. Бытха. Там же и Раздольная. А вот здесь вот, если с Макаренко ехать, соединяется с Абрикосовой, там можно... А где Светлана? Там где-то Светлана. За вокзалом. Вот там, наверное. КСМ. Там слева. Пластунки ехать. Влево туда. Это роддом. Новый. Правильно или нет? Понимаю. Нет, это не роддом. Это РГСУ. Остановка ГАИ. А где роддом? Отсюда его не видно. Да, наверное, не видно. Все, пока я больше ничего не знаю. Море. Виноградная, Донская, все справа. Вот Маремол на Донской. Направо Дагомыс. Налево Адлер и Красная Поляна.